Казанском федеральном состоялась встреча Владимира Бурматова со студентами высших учебных заведений Татарстана, а также общественными организациями Казани, чтобы рассказать об экологической ситуации в стране и действиях, необходимых для ее улучшения. На встрече также присутствовали председатель Комитета Государственного совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, первый проректор Казанского федерального университета, директор Института экологии и природопользования КФУ и другие. Вся работа, вся деятельность Владимира Владимировича тесным образом связана с образованием. Я думаю, именно поэтому самая первая встреча Владимира Владимировича на татарстанской земле – это как раз встреча со студентами. Отметим, что председатель комитета прибыл в Казань с рабочим визитом. Ввиду того, что Владимир Бурматов родом из Челябинской области, свое выступление он начал с рассказа об экологических проблемах, остро стоящих в данном регионе. Он отметил, что схожие проблемы испытывают и другие города России. Для Челябинской области вопрос экологии – это вообще вопрос номер один. Это один из регионов, которые испытывают наиболее серьезное воздействие со стороны предприятий-загрязнителей, которые испытывают серьезные воздействия со стороны объектов накопленного вреда. В ходе продолжительной лекции все присутствующие узнали подробности о неудовлетворительной оценке реализации программы по охране озера Байкал. Владимир Бурматов, обращаясь к присутствующим, призвал к двусторонней коммуникации для того, чтобы программа по Волге не повторила печального опыта. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.